Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. К нарушителям госконтрактов станет меньше санкций. Антимонопольная служба не будет включать подрядчиков по 44-му ФЗ в реестр недобросовестных, если они не могут исполнить обязательства из экономических трудностей. Но компаниям для этого придется доказать свою невиновность. Как пояснила замруководителя кировского УФАС Ирина Фуфычева порталу БН Киров, уже сейчас подрядчики отказываются от исполнения заключенных контрактов из-за роста цен или отсутствия товаров. Если вы принимаете решение не заключать контракт, надо быть готовым при поступлении таких материалов в УФАС представить доказательства, что предпринимали действия, направленные на заключение контракта, говорит Фуфычева. Из-за разницы сумм в контрактах и реальных цен кировские подрядчики предпочитают совсем не заявляться на конкурсные процедуры. В частности, так поступают строители, которым на прошлой неделе досталось за это от губернатора. По некоторым данным, за квадратный метр жилья государство платит примерно 66 тысяч рублей, а рыночный на его цена около 90. Программа «Экономика». Меньше двух недель осталось у кировчан для подачи декларации 3 НДФЛ. Отчитаться о доходах за 2021 год нужно до 4 мая. Как напоминает налоговая инспекция по Кирову, это должны сделать те, кто получил доход от продажи имущества, доли в уставном капитале, от предпринимательской деятельности, сдачи имущества в аренду, выигрыша в лотерею, а также кто получил имущество в порядке дарения. Если стоимость проданной недвижимости до 1 000 000 рублей, а иного имущества и транспорта до 250 тысяч, сдавать декларацию 3 НДФЛ больше не нужно. Но отчитаться также должны ИП, нотариусы, адвокаты, репетиторы, няни, если они не самозанятые. Оплатить НДФЛ по декларации нужно до 15 июля. Задержки что с декларацией, что со средствами влекут штрафы и пени. Экономика на 101 ФМ. Далее информация от наших партнеров. Российские власти до конца 2022 года ввели мораторий на плановые проверки организаций и ИП. Но не на все, и прокуратура уже опубликовала свои планы. Что делать предпринимателям? Совет руководителя компании «Бухгалтерия» Татьяны Максимчук. На всякий случай, мало ли вы туда залетели, проверьте. Но напоминаю также, что вне плановой проверки по жалобе в прокуратуру, например, даже если кто-то начнет на вас жаловаться в интернете, прокуратура также имеет право прийти, она может и документы запросить, провести некий ряд мероприятий для того, чтобы понять, что у вас все на самом деле хорошо. В основном их интересует охрана труда, расчет зарплаты, то, как штатное расписание у вас сделано, все ли у вас соответствует реальным вашим должностям, то есть не скрывайте вы опасные и вредные профессии в своем штатном расписании, ГПХ и трудовой договор. Если вы считаете, что вас проверяют незаконно, можно пожаловаться в корпорацию МСП. А если вы хотите быть во всеоружии к визиту проверяющих органов, если дело касается ваших финансов, обращайтесь в «Бухгалтерия» 213-112. Там знают цену времени и вашим деньгам. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.